какой-то рыбный ресторанчик, где мы будем обедать. А сейчас спускаемся в батискаф. О! Ничего не видно. Где рыбки? Ой. Так, ребятки, ничего не видно. Будет риф, будут рыбки. Вот так, ребят, вот такое окно из плотного стекла. Сейчас нас замуруют здесь. Вон, плевут. Ничего нету. Так, вот тут мы сядем. Ванюш, сюда давай. Иди сюда. Садись. Залазь, а где бабушка плентается там? Идут? Садись до стеночки. Во. Вот так. Прикольно. Мы сидим на левом этаже. Вон бабушка плывет. Оп. Спускается. А за ней Маринка. Вон они. А? Да, ой. Сюда или туда, или туда. Вот 5 мест. Во. О, я сяду на 2. Ой, видно дно. Да, вон, смотри. Сколько? 33 метра. Глубина, ребят, 33 метра. Одно видно. Смотрите, как чисто. О, песочек и кораллы. Ты видишь? Так, а я не буду снимать, он балакает. Да, я снимаю для Ютуба. Точно. Вот, стадо рыб. Ой, глянь, а что это? Гля, как они... А вот по дну не видно, что тут глыбоко, а по рыбкам видно, что они такие манюхонькие. Ой, их, ребят, почти не видно, но я думаю, вы увидели. Вон рыбка тоже плывет. Вон, видишь, смотри, ребенка. И вот мелких прям стоит кучка. А что это за коралловый риф? Коралловый риф, вот. Боже, прям глянь. Это риф постривый. Риф высокий. Это самый бог. Сейчас мы на Кабацкий залив. Максимальная глубина 1037 метров. В Красное море вообще максимальная глубина почти 3 километра, 3000 метров. Но овояйми там внизу маленькие реки красные. После коралла там плавает много. Это рыба Антиох. Вон большая рыба. Большая золони, которая на канал кушает, это рыба Бабугай. Вот сейчас будет размулят. Смотри, и ничего не будет видно, да? Ну вот уже. Вот там внизу, это самый опасный коралл. Название огненный коралл. Там рыба едет на рог. Посмотрите на голову. Без стекло. Рыба едет на рог. Видел? Да, это рыба едет на рог. Не останавливается возле коралла. Почему опасно? Что получилось, если мы другим? Получилось как медуза. Жарим другим.
Глянь, сколько рыба. Ребят, я не знаю, вам, наверное, плохо видно, но рыбок много. Вон, смотри, вы повылазили с коралла. Красота. Маленький красный рыбки, рыба антиос. После канала там много. Большая рыба, которая там есть, это рыба жак. Похоже, то не это рыба жак. Это вкусная рыба, я мне большая рыба, тунец. Да, вот одна плавает и весело. Это как это Дори. Дори, точно, это рыба дурочка. Да, точно, это она, глянь, ей весело. Дурному не скучно и самому. Маленький полосатый, рыба зебра. Маленький полосатый, рыба зебра. Класс. Коралл живой, видишь, какой красивый. Цветной. Да. А, классно. Белый бабугай, белая рыба, это рыба бабугай. Бабугай это фамилия, имя. У них слуга разные. Это Дори. Это Дори, это она, бабугай, да? Бабугай, это не Дори, Дори желтый хвост. Да, разве? Это попугай, желтый хвост. Нет. Это попугай. А выглядит такой же глупой, как и та. Когда Дори будет, то он покажет Дори. Ага. Почему он так близко? Но большая рыба, это либо черный дьявол. Это не опасно, не вкусно. Только это опасно. Акулка маленькая. Вон, видишь, плывет? Акулка, аквариум маленькая, вон на дне. Вон, видишь, это хвост вот так залипает. Вон, вон, вот прям, вот видела? Вот, прям сейчас под нас заплывет. Какие утро. О, класс. Уважаемые, очень важно, пожалуйста, когда вы будете плавать, нельзя трогать рыба, нельзя трогать коралл. Вот рыбку тронул. Какие рыба? Рыба герой? Черную. Черный, желтый штуки рядом хвост, да? Не знаю, сейчас покажу. Вон, вон, вот такую, вон, черная. Вон. Это рыба герой. Вот она меня порезала. После понтона или после веревка? Возле это, возле понтона, да. После понтона, потому что после понтона, на понтоне есть, когда старый понтон, живут планктон. Планктон, это еда или она. Когда вы будете близко, она кусается, будет пить. Поэтому... Во, гля, какая. Да, это рыба мамугай. Большая. Класс. Она думает, вы будете взяла на еда, поэтому она может так и сделать. Можно облокотиться, фотографироваться. Давай, фотографируй. Классно. А сказали, не будет видно, что будет муляка. Очень красиво все. Конечно, если бы это снимать, вода, как будто это не вода, да? Полосатый рыба, который одна, черный, желтый, белый, это очень красивая рыба, рыба название butterfly, рыба бабочки. А вот большая ля какая. Это что большое? Такие. Вот, то. Это рыба черный дьявол, это не опасно, не вкусно, только ими опасно. Она тоже нам смотрит. Не, 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 нормально. О, давай, там глянь, мы... сколько. О, это с мультика Немо. Где? Там две рыбы. Там вроде что? Там возле канала. Большая глаза рыба, который стоит так. Большая глаза рыба, это вкусная рыба. Ням-ням, больно. Ну, вон стоит, видишь, с надутыми. Желтый. Нет. Нет, там оранжевый. Ням-ням. Плохая рыба. Но, уважаемый, маленький белый рыба, после коралла там, это рыба Пикассо. Где белая? Там она ушла на эту сторону. Плохая рыба ушла. Вон поплыла, да? Это рыба Пикассо, да. Вон, видишь, вот она не... Это рыба Пикассо. Я с той стороны, красиво, это народ. Рыба. Какой красивый. Ой. Что? Красота.
Скажи комментарий. Либо бабугай, уважаемые католики, часто колокольчик, зелёный. Да, ага. Да, это бабугай. И ниже, на высоком, это тоже белый бабугай. А где Дори? Сейчас, когда Дори будет, я вам расскажу. Но маленький красный, либо анчоу. А где анчоу? Антиот, маленький красный, после коралл там много. А, много, да. Антиот. А вот этот неоновый. Это рыба луна. Луна. Да. Красиво. Это рыба, когда луна большая будет. Светится, светит, да? В море. Место, ага. Которое там светит, будет очень много на этом. Какой красивый коралловый риф. Ребят, на самом деле камера не передает всего цвета. Голубая вода. Да. Ого, какие